Вы знаете, каждая девочка с детства мечтает о прекрасном принце. Высоком, красивом, сильном, добром, нежном и любящем. Он мужчина, который добился своего счастья и завоевал ее сердце. Sometimes you have to work your fingers to the bone to see growth. You and I have been in this field for so long, chasing the ghosts of our wildest dreams. Bright sunbeams, waters running in deep streams. Our souls have longed for these mountaintops, sweet dewdrops of our morning finally rising. And it's rising. This is our time. This is our moment. Together we'll rise. Together we'll own it. We've poured out our lives, nurtured and grown this. Now it's everything we ever dreamed it could be. Очень рад, что сегодня такой день, он для вас самый знаменательный. С утра он был обалденно чувственный. Наконец-то все уже успокоилось, и мы действительно празднуем то, что мы ждали долго, и наконец-то это случилось. Сегодня, наверное, сама природа и сам Господь Бог благоволит счастья вам, семейного благополучия, любви. Нескончаемо никогда. Ну, а нам внуков. Could be.